И в продолжение темы техники безопасности. В соцсетях обсуждается видео со строительной площадки по улице Естинской. На кадрах мужчину, предположительно рабочего, опускают на кране без страховки. Герой видео держится только за крепление. Зачем мужчина решил подняться на такую высоту, пока неизвестно. В соцсетях люди также отмечают, что, помимо всего прочего, молодой человек находился на стройплощадке без каски.